начала года в Прииртыше из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых баллонов в жилом секторе произошло 3 пожара и 2 вспышки газовоздушной смеси. Какие меры принимает департамент по ЧС? Это попыталась узнать наша съемочная группа. С начала отопительного сезона в Павлодарской области произошло уже 38 пожаров. Материальные потери составили более 1 миллиона тенге. Погибло 4 человека. Статистика неутешительная, особенно если учитывать, что по календарю зима еще не наступила. Основными причинами пожара является, это в первую очередь, период отопительного периода. Это, наверное, нарушение правил эксплуатации и монтажа отопительных печей. То есть, будем говорить, это отсутствуют разделки, не соблюдают при эксплуатации печи, оставляют без присмотра печи, оставляют топливо, разжигают топливо. Ну, то есть халатность, будем говорить, владельцев. В целях предотвращения пожаров сотрудники ДЧС на регулярной основе проводят рейды, профилактические мероприятия. На особом контроле департамента находятся социально уязвимые слои населения. В Павлодарской области на учете находится 1574 семей. В частных домах устанавливаются датчики угарного газа и прочищаются дымоходы, а с жителями проводятся беседы. Население реагирует на такие мероприятия положительно. Ну, во-первых, мы не оставляем спички, зажигалки на видном месте, убираем, потому что детки маленькие, могут взять, поджечь. От газа отказались, потому что страшно, не дай бог, не всегда углядишь, пока что-то делаешь или что-то куда-то выходишь. Всякое может случиться. По сравнению с прошлым годом, случаи пожаров по области снизились на 30%. Сотрудники ДЧС призывают жителей соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в отопительный период. Не оставлять без присмотра печь, не хранить и не сушить возле печи дрова и не использовать для розжига жидкие горючие смеси. Евгения Мягченко, Досымбек Тукай, Ертыс Акпарат.